Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта в родильном доме номер 2 в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку. Как сообщается, глава государства и первая леди были проинформированы об условиях, созданных в родильном доме. Здоровье населения в Азербайджане всегда находится в центре внимания государственной политики. В этой связи в нашей стране предпринимаются важные шаги, направленные на развитие системы здравоохранения, усиление ее материально-технической базы, кадрового потенциала и обновление инфраструктуры. Проекты, реализуемые в этой области по инициативе главы государства, служат надежной охране здоровья людей. Наглядное подтверждение тому – строительство и капитальная реконструкция лечебно-диагностических центров, больниц, оснащение их современным оборудованием. Отметим, что родильный дом номер 2 был сдан в 1987 году. В результате длительной эксплуатации возникла необходимость в капитальном ремонте этого медицинского учреждения. Распоряжением главы государства от 3 апреля 2019 года на капитальный ремонт родильного дома номер 2 из резервного фонда президента были выделены 2 миллиона манатов. В капитально отремонтированном медицинском учреждении на 120 коек установлено медицинское оборудование, отвечающее самым современным требованиям. В трехэтажном здании имеется 51 палата. Здесь функционируют родильное отделение на 80, гинекологическое отделение на 30 и реанимационное отделение на 10 коек. Гражданам будут оказываться как амбулаторные, так и стационарные услуги. Родильный дом номер 2, ранее функционировавший при Министерстве здравоохранения, с 2021 года находится в подчинении юридического лица публичного права Сабунчинский медицинский центр. Строящиеся в Азербайджане новые учреждения здравоохранения, поставляемое в нашу страну современное медицинское оборудование, служат одной цели – охране здоровья населения. Неоценимые заслуги в этом процессе принадлежат и фонду Гайдара Алиева. Охрана здоровья населения, в частности матерей и детей, является одним из приоритетных направлений деятельности фонда. Меры, принимаемые непосредственно по инициативе президента фонда, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, направлены на охрану нашего генофонда, кардинальное решение проблем в сфере здравоохранения. Капитальная реконструкция этого родильного дома является еще одним наглядным примером мер, принимаемых государством в области охраны здоровья матерей и детей в нашей стране.